Внимание! На лыжной трассе стадиона имени Анфисы Резцовой большое спортивное событие. В борьбу за награды московского первенства по биатлону вступили десятки юных спортсменок из 7 стран – Франции, Сербии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Белоруссии и 11 регионов России. В этом году у нас отсутствует по определенным причинам команда из Китая. Так даже места иногда не хватает, нужно регистрироваться заранее и подавать заявки. Но сегодня погодные условия тяжелые, ветер, снег, победит сильнейший. Международные соревнования юниоров по биатлону проходят в России уже в 4-й раз. Несмотря на то, что турнир детский, здесь все по-взрослому. Спортсмены преодолевают 2 круга, каждый протяженностью километр, и стреляют в мишень из пневматики. Спортивную честь химкинской команды отстаивает 12-летняя Александра Цыганова. Ее задача – принять эстафету от коллеги и пуститься в лыжную гонку во втором забеге. Александра настроена исключительно на победу. Я очень много уже принимала участие в соревнованиях в любых. Но на международных соревнованиях я в первый раз. Я тренировалась и готовилась. И просто в душе хорошо. Хорошее расположение духа и упорные тренировки помогли команде химчанки обойти соперников и занять 2-е место. А сборная юношей из химок заняла призовое 3-е. Всего в соревнованиях приняли участие 306 юных спортсменов.